Экономика России совсем не в том состоянии, которое ожидала увидеть Европа. Можно с уверенностью сказать, что Россия и правительство страны очень эффектно справились с кризисом. Конечно, вызовы еще существуют, но благодаря правильной экономической политике, я уверен, Россия справится с вызовами, которые стоят перед ней. Да, некоторые бренды покинули страну, но многие из них продолжают работать в параллельном режиме. Последнее время увеличилось и число туристов. И я не говорю только про Китай. Речь идет и о Южной Корее, странах Южной Америки, Индии и так далее. И что самое главное, значительно выросли показатели внутреннего туризма. Что касается грузинского бизнеса, в 2023 году из России в Грузию было перечислено 1,5 миллиарда долларов. Открываются грузинские рестораны и растет товарооборот между нашими странами.